Добрый день, друзья! Сегодня проведем корневую подкормку растений в аквариуме с гуппи слоновьи уши. Аквариум был запущен более 3 лет назад на грунте Амазония от компании Ада. Хоть растения в этом аквариуме до настоящего времени более-менее нормально растут, но некоторые недостатки питания уже проявляются. В особенности это заметно на криптокорене фламинго, который растет в этом аквариуме чуть ли не с самого запуска. В настоящий момент криптокорена сильно помельчала, поэтому пора внести для нее корневую подкормку. Сегодня в качестве корневой подкормки мы будем использовать питательные капсулы от компании Тропика. Как рекламирует производитель, это уникальный продукт, не имеющий аналогов. Капсулы состоят из 3 типов гранул, отличающихся по цвету. Каждый тип имеет разный состав. 2 уникальные формулы сбалансированного состава. Все необходимые микро- и макроэлементы распределены по принципу наилучшего сочетания для усвоения корнями растений. 3-й тип гранул выполняет функцию реактивации устаревшего субстрата. Эта функция основана на действии регуляторов и биостимуляторов, которые регулируют рост полезных бактерий в грунте и предотвращают окислительные процессы в субстрате. Гранулы выделяют питательные вещества медленно в течение нескольких недель в необходимом растениям количестве, гарантируя правильное питание растений и безопасность для жителей аквариума. Теперь давайте внесем капсулы под корни кустиков криптокорены. Итак, мы подкормили растение. Теперь будем наблюдать, как отреагируют растения. Примерно через месяц-полтора мы посмотрим на полученный результат и сравним его с другими корневыми подкормками, которые использовались в других аквариумах, о чем будет подробно рассказано в будущем видеоролике.